Сегодня преподаватели, аспиранты Казанской консерватории давно наши друзья, но впервые пробуют наш зал как концертную площадку и подарили нам такой светлый вечер второго адвента. Мы приглашаем вас и на третий, и на четвертый адвент, потому что Казанская консерватория делает нам такой большой подарок, и все адвенты дарит нам музыку, наполняет наш храм музыкой. И это большая радость для нас, для всех. И, конечно, специфика концертов в храмах, она своеобразная. И я чувствую, что многие из вас почувствовали, что иногда даже аплодисменты были лишними, да? Они нарушали этот какую-то гармонию музыкальную, потому что не зря артисты, которые исполняют, они исполняют в церкви в основном музыкальные номера на хорах. А мы кто в зале? Мы сосредотачиваемся кто на распятии, кто на свече, а кто на своих мыслях. И мне сегодня казалось, особенно когда был вокал, что какие-то ангелы просто поднялись у нас кверху и летали над нами, и не хотелось нарушать этого миропорядка.